И снова с вами Надежда, и снова я буду рассказывать о долгоцветущих многолетниках, но это уже со второй половины лета, это у нас Карелия. Это тысячелистник, он цветет, расцветает, вот, наверное, в начале, ну, где-то, может, числа 10 июля, и цветет, опять же, до долго-долго, август, наверное, еще весь будет цвести. Так, следующее, что у нас? Ну, флоксы. Флоксы, никуда от них не денешься. Они только расцветают. Вот у меня расцвели это ранние флоксы. И они будут цвести, ранние флоксы. У меня флоксов очень много. Ранние сорта, средние сорта. И они будут цвести до самых-самых морозов. Вот они, ранние сорта. Говорят, бабушкин цветок, но я его бесконечно люблю, эти флоксы. Так, что еще? Вот какие растения будут долго цвести во второй половине лета. Вот сразу покажу здесь. Вот это Вероника Аструм. Видите? Вот он сейчас уже достаточно декоративный. И он будет распускаться очень долго. Набирать так аккуратно, осторожно свои цветочки. И будет цвести, ну, скорее всего, до конца августа, может быть, и дольше. Следующий за ним клопогон. То же самое. Я сейчас покажу его в другом месте. Клопогон то же самое. Вот он набрал стрелы и будет очень-очень медленно распускаться. И тоже до конца августа он будет очень декоративный. Так, следующее у нас какое растение? Следующее какое у нас растение? Ну, это хризантемы. Они бывают тоже более ранние, которые цветут чуть-чуть позже. Вот тут хризантема, да, начинает распускаться, которые еще не набрали цвет. И тоже будет такое длительное цветение. Это будет где-то, ну, сейчас они распустятся. И где-то до 1 сентября, да, когда детки идут в школу, они будут цвести. Вот синеголовник. Он у меня тоже будет цвести долго-долго. Пока вот эти все шишечки посинеют, это будет тоже уже такой глубокий август. Так, ну что еще тут у меня? Вы. Долго будет цвести. А гвоздика турецкая там у меня есть. Тоже знаете, что очень долго цветет. Ну, в общем-то, во второй половине лета розы, да, розы. У нас еще розы первый раз не распустились, поэтому... Посмотрите, они сейчас декоративные, я показываю клопогон. Видите, какие пупухлики. Это, по-моему, клопогон простой. Вот здесь вот он начинает распускаться. И вот он до конца августа. Вот там вот такие уже маленькие шишечки. Он будет цвести. Еще будут цвести астры. И они тоже до снега цветут. Ну и розы. Но это уже кустарники. Ну, в общем-то, и все, скорее всего. Так что, девчонки, дополняйте. У кого какие растения еще долго цветут, что мне можно взять на заметочку. Это вот это просто прелестные, да? Такие, такая прелесть. Все, до новых встреч. Пока-пока.